Артем, еще раз всем привет. У нас короткий стрим из Швейцарии. Мы с ребятами примерно час на лыжах. И у нас здесь боец с плуга сразу же в спортивные повороты, по сути дела, перешел с уколом, правильно? И сразу же зафигачил Швейцарию по красным трассам. Верно? Так? Да. Так? Помахай рукой. Помаши рукой. Хорошо. Ну давай, папа, пару слов расскажи. Ты... Еще раз, что, как тебе, как всем, тебе настроение? Ожидал ты, да? Сюрпризно, не сюрпризно для тебя? Тренер произошел мои ожидания, и Макс тоже, мой сын, произошел ожидания. Да. Три года катается плугом. А вот. Сейчас уже что? А сейчас на трассе где-то за час... протяженность 8-10 километров, за час уже... С уколом поехал и без всяких плугов. В первой половине трассы уже начал ехать правильно, как надо, как уколом. С уколом, и с коленями, да, с острыми, и с руками вперед. Еще с руками вперед, правильно? Да, да. Еще пару спусков, и будет профессионал, лучше меня кататься. Меня потом будет. Может. И он такими более видел, более резкими, меньше поворотами. Да, еще хочу отметить, был страх все-таки, когда гора уходит вниз. Красная была вообще уже запредельная для него каких-то мечтания, а сейчас спокойно на резкой горе спускается вниз, не боится. Молодец. Молодец, хорошо. По спортивному мыслим. Мы мыслим по спортивному, понял? Это называется спортивные фокусы внимания, понятно? Да. Они же сосредоточение. Как тебя, Макс? Все хорошо. Молодец. Омега-ски.ты, телефон профиля, если что, все знают. +33 7 6 7 43 6 09. Вот. Сейчас мы здесь, если кто знает, это вот у нас Самнау подъемник. Здесь. И мы сейчас возьмем вот на том кирпиче. Вон он. Поднимемся. В ресторанчик зайдем, верно? Да. Хорошо, молодцы. Всем привет. Подъезжаем, да? Одевай.